Малиновая лада, малиновый заход. Надо подготовиться. Встречи с девушкой Бунка на малиновой ладе. Ого. О, гадюка, привет. У меня есть вот эта бешеная сумма. Сюда. Почему? Вали. Я же сок покупал, но что, не взяла его? Иди, ты покупаешь. Чего ты покупал? Вот этот сок зеленый, вчера я передал вечером. Она не взяла. Почему? Иди забирай свою. Не, не буду. Иди. Пусть забирай. Попьет. Она не хочет. Не хочет. А что она любит? Ничего. Ничего? Ну ладно, хорошо, покупать я больше ничего не буду. О. Как змеиный коллектив не мучает, коврачковые не кусают. Гадюки не душат. Еще пакетик кошечки надо. Кошечке еще пакетик надо. Кофе. Кошечке. Карту. 100 рублей бешеная сумма. А в прошлый раз, помните, она покупала товар, или он стал сказали, оплатишь? Клево пошутили, мне это понравилось даже. Да, это вы говорили. У меня день рождения будет 3000 рублей или 4, может, оплачу я на товар, под караулью магазина. У кассы прямо, я заплачу за нее, хорошо? Даете добро? Кошечки, это кошечки. А вот это себе. Сколько с меня? 89. 100 рублей бешеная сумма. Передайте вот это кошечке, хорошо? 8000. Имелось тоже ей передайте. Возьмите. Да она пошлет, кинь на пол. Это вам, сударыня. Пошел, иди сюда. Еще мелочь. Нет, нет, нет. На, забери. Почему? Где? Ладно, хорошо, извините, все, удачи. Вали. А что, бунтарку уж домой позла, да, в логово, перди ее. Спасибо, благодарю. О, та самая Мария Добро для мальчиков. Ты на нее похожа, да. Та самая Мария Добро для мальчиков. Помнишь там эту девушку с красными волосами? Вот, держите, это вам. Вам пригодится. Спасибо. Удачи. Еще пакетик кофе держите. Спасибо. Удачи, удачи вам.